Здравствуйте, зрители канала у Татьяны. Сегодня я хочу поговорить с вами о петрушке. Если мы знаем, петрушка – это двухлетнее растение, которое первый год дает нам красивые листья, а на второй уже выпускает нам большие такие зонечки, из которых мы собираем семена. Вот видите, сколько у меня семян. Я много высеваю петрушки, как на осень, так и весной. Вот я сегодня хочу вам показать, как это правильно сделать. Делаем неглубокий рядок. Я сделала чуть-чуть поглубже, для того, чтобы удобрить петрушку. Хотя этого не стоит делать. Я буду удобрять потому, что когда растения более пышные, красивые и высокие, листья нам нужны при консервации в любых салатах, поэтому я желаю удобрять его. Покажу вам, как это делается. Берем перегной сыпец и чуть-чуть, немного сыпем в рядок. Вот так. Немного. Потому что петрушка не очень любит. После этого поливаем рядок. Подождем, пока влага упитается. И тогда начинаем. Вы не сможете посадить ее редненько, но и не нужно. Вы можете ее все время прореживать. В данном случае это петрушка листовая. Смотрим. Вот так. Теперь приготовим рядок. Петрушка всходит медленно. Вы не переживайте. Она по-любому взойдет. Не через неделю, так через две. Петрушка любит полив, так что поливайте ее каждые 2-3 дня после ее всхода. Желаю удачи, до свидания, подписывайтесь на мой канал, до скорой встречи, пока-пока.